Вот тут Хрюша водичку пьет. А вот Понечка тут у меня есть. И вот еще Хрюшечка. Это у нас контактный парк. А вот Понечку мы кормили. Но она уже ушла, покушала. Вот. Ну давайте же посмотрим все-таки, как образовалась жизнь на Земле. Как образовался человек на Земле и все человечество. Где написано, как произошло человечество? Да, есть сколько версий, как произошло человечество. Знаете ли такую версию, что человек произошел от обезьяны, да? Или вот другая версия, что человечество произошло от Адама и Евы. А зачем вот понадобилось вообще человечество? Вот здесь вот это булькает хорошо. Что-то вылавливает. Ой, и нос, главное, там же прямо. И булькает. И нос прямо в воде. Наверное, набирает воду в легкие. Потом что-то там выискивает внизу. Да, ну что-то нашел. Что-то нашел. Еще что-то булькает. Да, и все-таки, какая версия подходящая? Возможно ли, чтобы человечество произошло от обезьян? Как вы думаете? Ну, а возможно ли, чтобы человечество произошло от Адама и Евы? Ну, вот, например, есть четыре разных вида человека по цвету кожи. И это не только цвет кожи. Некоторые говорят, там загорают, не загорают и так далее. Ой, да. Если копнуть, то надо копать. И надо копать глубоко, потому что от этого зависит очень многое в нашем миропонимании. Да. Вот ему тоже нужна ласка. Ему пока что все равно. Он интересуется жизнью. Почти столько же, сколько и я. Интересно. А кто это я такая? Да? И что я вкусного могу принести? И вообще, что хорошего от меня можно ждать? Ой, такой хрюшек, хрюшек. Да, и в общем, я вас приглашаю к раздумью, а к основной теме. Для чего понадобилось Богу человечество? И вообще-то есть такие люди, которые понимают, что вообще все создалось само собой. Вообще. Просто из ничего. Просто так, само по себе. Но меня интересуют больше люди, те, которые раздумывают, может быть, как именно человек произошел. Ну, может быть, по версии Дарвина и по версии Библии. Может быть, еще какие-то версии есть? Давайте пообщаемся. Я вас приглашаю в Телеграм и потом в Zoom. До встречи!